В начале декабря горно-рудная компания «Алдан Золото» достигла прошлогодних показателей по добыче металла. За последний месяц компания планирует извлечь еще порядка 400 килограмм золота и перевыполнить план 2016 года. Что повлияло на рост показателей и удастся ли достигнуть цели, постарался выяснить Руслан Павлов. На рост производства повлияла успешно реализованная инвестиционная программа. Большая часть привлеченных средств пошла на обновление парка тяжелой техники. И это как раз вот тот резерв, который позволяет сегодня выходить на новые рубежи по объему добычи горной массы, добычи руды, ну и, естественно, переработки фабрики. Кроме того, в процессе оптимизация золотоизвлекательной фабрики. Впрочем, существенные изменения на ЗИФ произойдут в будущем году. Техническое перевооружение позволит увеличить объемы переработки руды. Мы уже работаем в режиме 4 300 000. Это почти в 500 тысяч плюсом переработки к 2014 году. Уже сегодня «Алдан Золото» ГРК приблизилась к показателям по добыче золота лучших советских времен. Впрочем, в долгосрочной перспективе задача сделать из компании современное металлургическое предприятие и занять лидирующие позиции по добыче металла не только в Якутии. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», поселок Нижний Куранах.